Очень серьезная гора у них, я с ней играл. Очень хп много. А, в этом плане. Я думал, хмурые ходят, да, серьезные. Я посмотрим, что там за ведьмак у них. Ну сколько можно? Так, ведьмак. Нифига себе, там ведьмак-то с Нового года с ледяным отпором. Да нахрена это ледяной отпор, фуфло. Ледяной отпор вообще шикарно, особенно ведьмаку, потому что он на себя. А вообще талантики-то не очень у него. Остальные как бы да. Что он хп-чет не понятно. Разума мало. Разума у него цветок даже у него. Какая он по-моему. Блин, у них гора, короче, с Регином. Ну, как у меня почти. Не, она практически как у меня, серьезно, с Регином. О, вся. Ведьмак на ведьмак. И у нее, блин, гони, есть. Гони его. А, лук не, средненький, я его ведьмак лес. Превосхожу. Ну сколько можно? Чё там у них ещё криво? У криво тут. Криво жёсткое. Меч на меча. Посмотрим. Моя. Вы увидели, развернулись. Иду уже. Криво разумно? Не, нет, нормально, хп-шка, разум всё есть. Солдаты. Я его заточку тут понял. Люди, вы так стали красиво, вообще прикольно. Ну тут должен тащить скилл, чё. Тут затащит конь. Да, скилл может не затащить, но конь затащит. Да. А что делает конь, интересно? Он хилку мне делает? Хилки, да. Конь хилки. Делает иго-го. Корова говорит муу, да? А, я не успеваю ласхит. А, нет, успел. Сволочь, лук грамотный вообще. Но боюсь, что проиграю. Там, я говорю, там вообще пачка грамотная. Так что не расслабляйся. Никто не расслабляется. Ну, я расслабился. Ты расслаблен? Конечно. Я наконец-то за ведьмака играю. Так, делаю хилку, Аня. Да, блин, я ласхит не успел. А, два не успел. Вот невезуха. Все, мы проиграли, это короче. Это не невезуха, это анскилл называют. Не, все, это слив, короче. Я два ласхита пропустил. Вау, он меня бьет еще. Скилку надо мечу тогда первому. Не, нормально, все нормально, все нормально. Не, ну конечно мне надо, но все нормально пока. Они даже не гангают меня. И кстати, сияние. Сияние вообще надо много, даже больше, чем птиц. Угу. А и лук и сияние надо. Каждому по сиянию. Да, каждому мужчине по машине. Блин, я тоже два лохита пропустил. Ай-яй-яй. Это ж вообще слив. Кстати, какой у них меч там? Ну конечно, меч у них с бессмертием, с микростаном, все в полной, все, что только можно. А даже какие-то новые без? Оранжи. Я без бессмертия, без например. И без кучи всяких других оранжей непонятных, которых я первый раз вижу вообще. Какой-то глаз в руках. А гром у тебя с чем? С бессмертием? Нет, гром ни с чем. Ну, а все равно меч лучше. Прямого? Стримло? Бери стримло, давай криво пробовать. Я без хп так. А. Еще у него приток есть. О. Он прыгнул, я успел ласхит сделать. Отлично. Ух, как тяжело с луком. Мы просто то же самое делаем с ним. Сейчас не удивлюсь, если он и хилку в одно время включил. Нет, у него меня гангают! Спасите, контролят! Контролят! А не, все нормально. Я же выжил. Ты вообще не пугай. Воу. Так, а? Торможи. Сейчас. Торможу. Так, даю, скорость даю. Летит скорость. Там на, летит, на, эх, скорость. Бля, ведьмак. Поздно твоя скорость ведьмак прилетела. Блин, а вышло бы неплохо бы сейчас. Так, что с хилочкой? Кому? Ведьмаку. А, ведьмака, она дамажит. Все, оставь его, оставь. Оба, вернулся. Вот он псих.
О, а смотри, сколько у него осталось прям. От хилку у него есть. Так, Крил, но ладно. Паки забирает. У них меч, походу, пошел в лес. То есть я теперь с Ведьмаком, да? Нет, у нас меч. Кирилл, с меч. Так, пока у Крила нет ульты, надо ее приходить забирать как. Нагу, у тебя там как потенциал? У меня ульты нету. Так я могу прийти. Ну а чё от меня толк? Мне дамаг не ульты. Голпак забираю. Тебе надо побыстрее бы, точно. Ну тут то меча ганкует, то лука, то ещё правильно. Не, ну нормально. Я даже выжил бы, даже если бы никто не пришел. Я просто паникую всегда. Извините. Паникер. Мне кажется, что ганг — это всегда что-то такое спланированное, что обязательно должно завершиться успехом. О, спасибо, птичек мне. Мне больше одних не надо, а то я забуду. Иду уже! Чё за ерунда? Ты о чём? Да, постоянно этот покров тени падает, падает. Не покров тени, туман войны. Я хотел нажать Е, а вместо этого нажал 3 и выпил бутылку последнюю. Вот я дурак, теперь бутылки нет у меня. Бери его меч! Теперь ведьмак идет. Вниз? А, на мид? Блин, их меч меня передамаживает, сволочь. Иду уже! Подыхай! Ждет, наверное, крыль, что лучше кинет. Да нет, у меня ульта, это все на ерунда. И ведьмак восьмой. У меня ульта есть, кстати. Да есть, погоди, не, погоди. Хотя, я посмотрю. Ага, что-то ведьмак ко мне пошел. Нага, да, давай. Кто, я ты? Погоди, я говорю, ТП надо наверх будет сделать. Давай, лук, бей. Нага, ТП наверх. У меня нет ТП. Контроль делаю. 5 секунд отскакивает. Блин, вот я дурак. ТП-шился и стратил прыжок. Сосекрил, по-моему. Хреново все получилось. Он еще тут. Вот здесь надо, чтобы... А, у меня маны нет. Коготь, отходи. У меня бессмертие, если что. Из меня не надо рисковать. Ай-яй-яй, бежим. Не надо рисковать, из меня сказал же, беги. Я их замедляю, не могу. Все, я сейчас ульту солью. Бля, ребят, что вы творите? Ведьмак без отхила сейчас. Меч при мне, а все в порядке. Ведьмака зато забрали. Ну, чего? Лука? А, может кто-нибудь на низ пойти? Я наверху останусь, у меня ТП теперь нет. Я на низ пойду, иди на низ. Я на низ пойду. Золотой мастер. Ну сколько мочь? Ого, нага с мочью. Ну, по дороге забрал, а что делать? Вставлять, что ли? Я не могу сказать, ого! Не лучше. Как и быть? Лучка, походу, меня давить сейчас будет. А меня будет криво давить, мы зря понимаем. Ну, возвращайся, значит. Ну, может, вы ихнего луп меча тогда задавите. Меня здесь, а вы и там его задавите. Ведьмак. Ну, ведьмак не давит меча вообще никак. Ну, тогда меняемся. Нет, вот через минуту, когда будет нет. ТП. Ой, она даже меня не боится нисколько. Ой, вообще не боится. О, а что там наверху? Ну, лучка и ведьмак. Ведьмак ганг хотел, но я его палил. Спасибо. У меня пока бессмертия нет, еще минуту. Ну сколько можно? Он еще с хилкой. Мне хилка нужна. Подыхай! Ах, ты будешь!
боя. Вау, под башней меня дамажит, охренеть. Ну сколько можно? Крёк нам на золото идёт. Свап вообще не интересен. Надо немножечко. Ведьмак, а у тебя есть вообще ТП какой-нибудь? 45 секунд есть. Ну у меня тоже. Иду уже! Так, а то я мог бы просто пойти купить. Лук, скорость даю. Не надо. Получи! Да. Что, она взяла золото? Так ты... Нет, я не буду. Я был в тебе крил, как я там под стаками догоню ее? Так ты спал и сразу же... Я, ну, не знаю, надо как-то поагрессивнее. Нас, кстати, пока перекачали, у них в зуме кто-то. И, кстати, крил же под читом была. И она убила. Ну, там не вариант был. Не, ну вы, конечно, поменялись бы обратно. 5 секунд еще. Согласен, да я иду пешком. Сейчас я пак заберу. Крил СС. Но ульты у нее нету. Я думаю, я пешком. Надо на низ кому. Ну че, ТП шусь на низ давай. Давай. Ведьмак, а только отбеги, чтоб тебя стан не избили. Я иду на мид. Наверх. Давай его попробуем вдвоем как-нибудь. Я еще не, никак. Нет. Ну все, иди наверх. Ну сколько может? Эй, ты куда у моего крипа увел? Оу. Получи! У них 14, я 13. Нечестность. Так, блин, чё с Крио? Нага, давай, гангать уже пора. Крио на наш голд идет. Быстрее сюда. ТП, ТП делай. Нету. 10 секунд. Не торопи меня! Топка не была, вот это как так? Да это суть-то не в ульте уже, как бы. Ловить надо на этом. Давай, давай, давай. Агр, отлично. Бьем его, бьем. Да вы что, под башней-то? Да ты чего? Под щитом-то? Блин, вообще, что ж... Ну ты же кашу щит. Мне помощь. Я... Давай. Агрессии, больше агрессии, ребята. Сокрил, нет. Ну, ведьму. Луковый. Давай. Иду уже. Отлично. Меч ТПшится к вам. Не успел сбить. Ерунда все. Пусть уходит, я накрою, блядь. Да, он... Так, пошли, пойдем. Накроем. Есть. Хорошая вот та у нас будет. Блин, я не успел давай, заснять, давай, как вы это сделали. Давай, ребят. Понаглее. Охренел, блин. Сейчас отхилится он на твоей смерти. Там Крио сзади, назад, сзади Крио. Хожу. Я на базу, ребят. Писец, вы меня напугали, а. Бежишь, ведьмак? Нет, наверное. Фу, ну я уже не полезу к тебе. Полюти! Ну нормально. Блин. Ну сколько можно? На! Руби, хорошо! Да! Поднимай! Так. Ну, кстати, крил придет, наверное. Да, я косяк. Перекину. Спасибо. Иди теперь как хочешь. Меч под мощью, блин. 35 секунд щит. Ну сколько можно? Так, крил без ульты, надо крил забирать. Нага, давай. Сейчас идем. Моб. Один. Как и мы. Через два уровня будет микростан у меня. О, сияние, спасибо. Луку еще одно сияние можно? Угу. Не торопи меня! Упси. Да, погоди. Так, только дамаг нужен еще по криву. Ну да, хотел бы. Еще у нас был пак.
Как вышли у нас? Или пошли лука, пошли лука. Пошли лука. Вот так! Что-то я не чувствую. Только не сразу. Сейчас, погоди меня, дай мне первому пойти. Давай. Отлично, нету. Отлично, пошли. Так, на-ка, врывай. Данчик. Так, Криву пришла, забираем. Можно. Давай. Хотя я об нее, блин, умру. Блин, все, назад. Поувереннее чуть-чуть. Ну, там как бы дамаг. Я пойду вверх, что стоит. У нас и голдпак стоит, и все стоит. Как забирать. Окей. О, отлично, дело вышло. Дело, что это домит качать? Ага. Побегаю. Там этот. Мамы нету, кстати. Понятно. Так, амазонка, у тебя вообще никакого есть? Нету. Сейчас возьму кого. Будет лучше. Уходи, видимо, я вижу, нормально все. Уйдешь? Давай. Бегу к вам. Назад идем. Отлично, лук подходишь, да? Крио, быстро! В щите Крио, давайте ведьмака доберем. Ну, отлично. Мы оба к вам стпшились, люди. На родную землю вообще ТП тоже можно. Гора идет, сделать. Туда сейчас будет. Уходите, они все там. Есть. Убиваем мечать. Я к вам тороплю. Меч без маны. Забирайте. Гиштяк, я потратил все свитки тут, правда. Могу пойти. Все, вверх надо пропушить. 6 тысяч. Да нормально. Вот так вот он без маны как оказался. Одного кому надо? У него нет тапок с регеном маны, люди, а у меня есть. Воу, тут ведьмак. Ой, чё ты так далеко? Я у него не хил, так по... А, все, я ухожу, нафиг, а то сдохну. Не хочу ульту зря сливать. Чё, может замес на миду? Я неожиданно сбоку. Стойте. Оба, криво. Блин, я замедляюсь, а ты ее вот... Блин, я отхожу нафиг. Есть гипноз, нет? Ладно, все. Гипноз-то есть. Меч. Он с ультой, у него она тогда не сработала из-за маны. Ой, все плохо. Ведьмака убили. Ничего, ульту слил. Крио. Лук. О, теперь я сдох. Справитесь? Убиваю. А, да. Короче, еще покажите, что я делаю быстренько. Давайте. Ведьмак, ты преследуешь? Сможешь догнать? Не то слово. О, да. Сейчас я еще... тяг застанил. Ну, ништяк. Я доволен. Вот так это было. О, ты скринтил. Ловчий. Убийца героя. Рыжик, у меня такой есть. Две шкатулки уже, три. Да. Я думаю, мы уже... Любых проблем.